Знайомтеся, Андрій Некрасов. На Маріупольський комбінат імені Ілліча прийшов ще хлопцем. Згадує, часи тоді були дуже складні. 20-ту школу окончив, 17 років. Нужно как-то зарабатывать, потому что молодой, папа, мама хорошо, но сам себе заработать всегда лучше. 90-х это страшное время, когда зарплату, если не успел потратить сегодня, завтра она уже в два раза меньше, потому что съедала инфляция. Проте у скруті допомагало рідне підприємство. Коли в магазинах був дефіцит, тут видавали продукти. Згодом Андрій отримав квартиру. Згадує, на початку 2000-х жити стало легше. Я начал думать о том, что даже откладывать начинаем, то есть не все деньги проедаются, потому что мы привыкли, что я должен получить зарплату и сразу потратить ее на холодильник. А здесь и холодильник уже забит, и деньги еще остаются, куда же их деть? На квартиру, конечно, не хватит и на машину, но, допустим, телевизор японский я купил. Незабаром виповниться 32 роки, як Андрій пов'язав життя з комбінатом. У сім'ї та на роботі навіть дати спільні. 93-й год. Вот. Пуск МНЛЗ, у меня появилась дочка, все хорошо. Вот. Сейчас у меня растет внучка 3,5 года, шикарная девочка. У нас семейная династия, у меня брат работает в ЖДЦ, машинистом тепловоза. Шурин работает на комбинате Ілліча, она станет 1700. Усі роки незалежності комбінат імені Ілліча змінювався разом із країною, впевнений металург. Вот. Если раньше я делал руками, сейчас много приспособлений новых. То есть все движется к лучшему. Когда-то 80-е были, да, лучше действительно для меня, потому что мне было 17. Безусловно, лучше. Вот. Но я бы ничего абсолютно не поменял бы из того, что прошло. А ще Андрій каже, робота хоч і забирає багато часу, але додає впевненості у майбутньому. Максим Чумак, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».